Всем привет, с вами Алекс и сайт mpc.by. В этом видео хотелось бы запустить вот только что вышедшую игру, новую Impact Winter. То есть здесь это у нас такой симулятор выживания в условиях такого вот наступившего резкого холода. Чем-то похоже на This War of Mine. Давайте смотреть, вот вышло сегодня 23-го, какие ж минималки. Так, Windows 7, 64 бита и выше, Pro Cy3, 2100 или FX, ну, в общем, 4-ядерный Pro, 4 оперативки, видеокарты уровня GTX 460 или HD 5850. Достаточно такие неплохие видеокарты. Я запускаю на суперслабом ПК, давайте смотреть на каком. Pro CMD FX6 306 ядерный, но 4 ядра отключил, чтобы получить 2-ядерный Pro, 4 оперативки, 10 гиг файл подкачки стоит на всякий случай, видеокарта офисная, слабенькая, почти не игровая вообще, GeForce GT 630. Значит, давайте смотреть. Вот, запускаю на 630-очке. Хотя для игры рекомендовано что-то вроде 5850. Так, вот, 5850 или 460-очка. Вот такие карты. Я на такой слабое запускаю. Сейчас посмотрим, что будет. Данная табличка будет по ссылке в описании. Настройка слабого ПК для игр, чтобы вы ориентировали. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. Я давайте все отрубаю. Захожу в игру. Так, ну что, давайте смотреть. Игра, конечно же, пока явно сыровато, более того, в Steam ей уже наставили отрицательных отзывов, и у меня тоже сразу же возникли проблемки. Вот в самом начале, там еще как только нажимаешь ярлык, там получается лаунчер. То есть я выставил разрешение, знаю, что суперслабый ПК 1280 на 720. Пожалуйста, сюда захожу, здесь оно не применилось. Здесь выставляется 1120 на 1080. Я беру здесь, выставляю, допустим, 1280 на 720, а оно сбивается на 1024 на 768 становится. То есть это я вижу, когда вот выхожу из игры, чтобы якобы перезагрузить, запускаю лаунчер, а там стоит 1024 на 768. То есть с разрешением вообще никак не могу понять. Поэтому здесь уже, ну ладно, давайте все-таки здесь выставлю. Причем выставляется все, нету мышки здесь. И большое нарекание именно то, что в нее играть можно только с геймпадом пока. Мышки нету пока. И более того, вот видим слева управление. Все на клавиатуре. Все на клавиатуре. Ну, давайте пока поставлю вот разрешение. Попробую все-таки вот это. Пробел, значит, это применить. Е выбрать. И стрелками вниз. В, ASD. Это переключаем вниз, идем. Пробел применить. Подтвердить. Все, пока разберешься еще. Ну да ладно. Так, ну что, давайте сразу же смотреть. Ну, 35 FPS, да, здесь все-таки игра запустилась в 1024 на 768, ну, ничего страшного, в общем-то, норм. Ну, то есть, смотрите, вот это я уже хожу за это, какая-то, или человек какой-то, не могу понять пол, но по тонким ножкам можно было понять, что это женского пола человек. Вот, в общем, я выбегаю, и здесь у меня уже, видимо, наступила эта катастрофа. Ну, то есть сразу хочу отметить, это такой интересный симулятор. Здесь нужно искать, выживать, продукты, крафтить, наверное. Ну, все как положено. То есть, как это так, на Shift, я помню, прицел. То есть, в общем-то, игра любопытная. И я надеюсь, что ее еще допилят. И, в общем-то, она, конечно же, сильно для геймпада предназначена. Так, здесь у нас что-то с едой. Как я вообще могу взаимодействовать здесь с миром? Так сказать, с представленным окружением. Так, пока вроде бы ничего. Здесь человек был, он убежал. Так, здесь тоже ящики. Вроде бы ничего больше такого нет. Так, что у меня за интерфейс? Поговорить с Христофором. Он куда-то сюда убежал. Давайте его поищу. А, вот ребята, значит. Давайте поговорю с кем-нибудь. Как тут вообще система диалогов? Как на F говорить? Окей. Смотри, Джейка, похоже, Alcolite поймал какой-то сигнал. То есть, ну, выживалка, нужно выживать. Как слышно? Помехи, помехи, это спасатель. Мы пытаемся, сигнал, помехи, помощь прибудет 30 дней. А, нам нужно здесь выжить за 30 дней. То есть, 30 дней, холод, почти ничего нету, продовольствие и так далее. Выживалка. То есть, вот, помощь прибудет через 30 дней. Благополучие членов команды крайне важно для выживания. Поддерживайте их боевой дух и здоровье на высоком уровне. Их умения не раз пригодятся в трудную минуту. Да, то есть, здесь нужно будет их, ну, то есть, помогать выжить всем. И у каждого будут какие-то свои умения, какие-то свои способности. То есть такие вот дела. Вот мы повыходили. Ну и здесь уже нужно начинать. В общем-то, сюда можно проследовать. Кто-то будет, наверное, варить, готовить что-то, еще что-то делать. В общем-то, можно будет попробовать поиграть. Вы можете скачать, в общем-то, если вам понравится, потом, возможно, прикупить. То есть смотрите сами. Такие вот дела. Запуска Impact Winter. Если кто-то знает, This War of Mine, тоже такая выживалка.
Это то что-то наподобие того. Кому нравится такой жанр игр, пробуйте. Такие вот дела. Давайте посмотрим по мониторингу. В таком разрешении 1024 на 768 видюха полностью прогружена. Памяти 300. Но все на минималках, кстати. Раз 30 FPS. Ну давайте-ка попробуем графику врублю секунду. Значит, смотрите, выхожу я такой в настройке, думаю, посмотрю. Причем, ну, то тут AVSD работают, то здесь уже, когда в игре заходишь в меню, то здесь уже стрелками нужно. Конечно, тут система пока... Оказывается, это уже все очень высоко. Как видим, вон тени стоят очень высоко. То есть, ну, получается, графика все здесь стояла. Причем разрешение якобы стоит 1120 на 1080, но работает у меня в 1024 на 768. То есть, что здесь творится с настройками, я просто пока не знаю. Надеюсь, что это у меня только такая проблемка была. Надеюсь, что у вас будет получше. Кстати, вот дни уже идут, время. То есть, вот, сколько выжило товарищей. Круто, смертей своих. Норм, интересно, то есть такая выживалка. То есть на самом деле вот это вот такая вот графика максимальная. Причем раз у меня на двух ядрах, смотрите, два ядра, 630-ка карта, 4 оперативки, такая вот графика. То есть, соответственно, можно даже Full HD на этой системе играть, просто сделать низкие настройки. Так что имейте в виду, что данная игра запустится даже на супер ну, слабых ПК и ноутах, причем в различных разрешениях. Такие вот дела, все в общем-то. Дальше уже сами смотрите, как здесь, что, персонажи, выживалка, все дела. Пробуйте, может быть, вам понравится. Но пока точно могу сказать, что игра очень сильно заточена под геймпад, как это и описано в отзывах в Стиме. И есть еще какие-то технические сложности. Но я надеюсь, что они все подправятся. Все, в общем-то, это был вот разбор Impact Winter, то есть наступление какой-то вечной мерзлоты, выживалки в стиле This War of Mine. Все, в общем-то. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.